Здравствуйте, это программа «Тема дня». Меня зовут Ирина Синягина. Сегодня мы говорим про начальную военную подготовку. Этот предмет вернули в российские школы в прошлом году. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Раньше в нашей стране этот предмет был очень популярным и имел важное патриотическое значение. Но что-то времена менялись, и этот предмет, к сожалению, был упразднен. Сейчас он опять вновь преподается в школах в качестве дополнительного образования для старшеклассников. Но, увы, практика показала, что, к сожалению, педагогов, и в частности тех учителей, которые могут преподавать этот предмет, в школе не хватает. Этот вопрос хотят и будут решать представители Центра «Наука побеждать». Именно сегодня это гости нашей студии, я рада вам их представить. Это председатель Центра «Наука побеждать» Кирилл Куприянов. Здравствуйте. Учредитель организации «Наука побеждать» Илья Николаевич Хурунжий. Добрый день. И пресс-секретарь Анастасия Викулова. Здравствуйте. Давайте начнем вообще, с чего все начиналось, да? Почему вы решили заявить о такой необходимости обучать педагогов? Ну, вообще, в принципе, данный центр – это достаточно эволюционный процесс. То есть первоначально, еще задолго до создания центра, мы начинали с федеральной школы рукопашного боя, занимались с детьми и спортивным воспитанием, и патриотическим воспитанием. В дальнейшем мы эту тему немножко докрутили, развили, как волонтерскую организацию начали преподавать детям, поскольку уже на тот момент времени была заинтересованность у подрастающего поколения. Это вот начальную военную подготовку, но это организовывалось на базе спортивных лагерей, возможно, там, при воспоминаниях о Зорнице, что было крайне востребовано подрастающим поколением. А вот когда появились действительно на уровне государства задачи по начальной военной подготовке, озвученные президентом, правительством, вот в этот момент времени, конечно, понятно было, что с такой задачей нам, коллективу энтузиастов, несмотря на то, что наши сотрудники имеют и боевой опыт, и сотрудники спецподразделений, но с такой объемной задачей нам, конечно, близко даже не справиться. В связи с этим было принято решение вот нашей инициативной группы о создании центра, который поможет в том числе и ветеранам СВО, вернувшимся и доказавшим свою состоятельность как патриотам Родины, именно им и другим желающим, не безразличным людям, вернуться на уровне преподавания в школы и поднять вопрос именно вот о начальной военной подготовке, которая действительно сейчас является новым предметом, хорошо забытым старым. И мы приняли решение идти на аккредитацию и создавать тот коллектив, который может именно обучать педагогов, которые сумеют уже этот предмет преподавать детям. Но это достаточно долгий процесс, да, чтобы вот учить педагогов, это нужна специальная лицензия. Вы сейчас находитесь, как можно уже сказать, наверное, на финальной стадии получения вот этого лицензирования. Вот расскажите, насколько это все сложно и какая работа этому предшествовала? Ну, предшествующая работа, как мы к этому пришли, вкратце я вам рассказал. Но это методические пособия, наверное, да, ну, какие-то? Вы поймите, то есть государство в плане лицензии делегирует определенные полномочия, именно там государственные задачи, скажем так. Поэтому, конечно, такие процессы за 5 минут приниматься не могут. Поэтому действительно был создан методический материал, который в данный момент времени уже прошел там рецензирование Министерства обороны, как профильное все-таки министерство в этом плане. Вот. Дальнейшее идет и аккредитация помещений, и аккредитация методического материала в Министерстве образования. Да, эта работа, принятие государством решения, она не быстрая, она правильно должна быть осознанная, взвешенная. Эта работа ведется. Ну и да, в данный момент времени, начата она, конечно, не вчера, можно сказать о том, что мы на финальной стадии, дай бог, все удачно сложится, ну и, соответственно, где-нибудь в августе, в сентябре мы уже сумеем приступить к этой деятельности на нормальном уровне, так как и положено, как и подразумевается, согласно методических материалов. Но вот начальная военная подготовка – это не только, да, физическое состояние человека, да, так скажем, молодежи, но и патриотическое воспитание. Вот расскажите о патриотической работе, которая ведется в вашей организации. Насколько она вообще сегодня важна и актуальна в сегодняшних реалиях? Ну, на сегодняшний день мы через себя пропустили уже более 3000 слушателей, всего лишь за каких-то 10 месяцев нашей работы, да, мы провели уже ряд мероприятий и лагерей,
проводим постоянные занятия с школами, колледжами, с всяческими учебными заведениями, в которых у нас проходит по трем инстанциям. И первое, что мы делаем, это мы вообще рассказываем, что такое армия, да, для чего она нужна, как человек вообще, любой молодой человек, либо девушка, да, могут служить, и для чего нужно служить, как нужно любить родину и все остальное. И по трем направлениям. Это первое, тактика ведения боя, тактическая медицина и, конечно же, подготовка к военной службе. Мы за это время провели уже наверное, с десяток занятий в школах, которые у нас проходят по заказу, да, то есть у нас образовательные учреждения дают заказ, что они хотят, да, к чему детей больше подтянуть. То есть по тактической медицине, значит, мы углубляемся туда. Если по тактике там более старшего, да, возраста, по там занятия с оружием, это одно направление. Вот. Также у нас есть ряд школ, которые в течение всего учебного года приглашают к себе, и мы проводим занятия по начальной военной подготовке уже как доп. Образование. Ну вот, если характеризовать сегодняшних школьников, какие они, что они знают, умеют, вообще интерес они проявляют к этим урокам? Первые занятия были, конечно, слабенькие, да, никто не понимал, но потом стоило только где-то одно занятие провести, где-то два занятия, и уже у детей появляется интерес, что это не компьютерная игра, это все реальность, и это можно реально попробовать, реально там пособирать, разбирать автомат, да, то есть передвигаться с автоматом, то есть попробовать, что такое оказание первой доврачебной помощи. И, соответственно, конечно же, интерес к этому растет. И с каждым разом аудитория наполняется все больше и больше, и желающих появляются. И даже бывает такое, что люди повторно приходят на занятия, так как мы дополнительно проводим еще и занятия у нас в центре, выходного дня, так сказать, да, но это по предварительной записи, потому что наши аудитории не позволяют порой принять столько народу, сколько хотят, поэтому мы записываем их заранее и набираем группы, которые занимаются по выходные дни. То есть сейчас можно говорить, что есть некий пробел, да, вот в таком образовательном процессе, именно что касается военно-патриотического воспитания. Да, дети меняются, да, и конечно. Сегодня век информационных технологий, гаджетов, это все куда-то уходит назад. А вот скажите, вот в плане обучения педагогов, да, которые впоследствии будут учить сегодняшних современных школьников, вот что они должны знать в первую очередь? Возвращаясь вот немножко назад к предыдущей теме, сейчас растет очень талантливая, ученищая молодежь. У нас есть звонок. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Вы в эфире. Отлично. А подскажите, пожалуйста, вот мне очень интересно, а будет ли чем-то отличаться сам предмет вот от того, какой он был раньше? Вот насколько он будет отличаться и насколько будет отличаться подготовка педагогов? Ну, например, там вот в 80-х годов, когда он был, и сейчас. Вот насколько это будет сильно отличаться? Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Я так понимаю, да, времена меняются, и вот хотелось бы узнать вот о веяниях, да, времени, как время говорит. Нет, базовый курс, традиционный, скажем так, он уже проверен временем, он уже отточен, он, конечно, должен оставаться тем курсом, к которому мы все привыкли и который был раньше. Ну, конечно, появляются в том числе и новые там средства, виды вооружения, там беспилотные летательные аппараты и так далее. Поэтому с учетом нынешних реалий тот курс будет дополнен именно в практическими знаниями и так далее. Но проверенный годами советский курс, который
был понятен всем и показал свою эффективность неоднократно, он, конечно, за базу будет оставлен. Но дополнен теми вещами, и в том числе донесением информации, появятся интерактивные уроки, что не представлялось раньше технической возможности. Вот это будет скорректировано с учетом времени. Вот я знаю, что ваша организация, она также планирует, да, заниматься подготовкой педагогов, которые будут обучать операторов БПЛА. Это тоже такое современное очень направление. Мы сегодня знаем, что она, средства вооружения, да, вот совершенно меняются, приходят на другой технический уровень. Вот расскажите про это направление своей работы. Анастасия, я думаю, тут здесь Илья намного лучше расскажет. Давай, Илья, расскажите нам, вот как будет построена работа в этом направлении. На сегодняшний день это самая востребованная, наверное, профессия. И из направлений, даже что касаемо как на линии фронта, так и в наших курсах, да, так как эти специалисты необходимы, ну, в первую очередь, понятное дело, что на фронте, да, и перед военкоматом поставлена задача уже на сегодняшний день о подготовке нового вуза 225, да, это подготовка, это специалисты эксплуатации, обслуживания, ремонта беспилотных летательных систем, вот. А также эти специалисты требуются и в гражданской специальности, да, это и в МЧС, и в лесной охране, и в кадастровых вещах, да, то есть, как бы, ну, то есть эти специалисты требуются на сегодняшний день везде. Поэтому документы по окончанию этого курса государственного образца будут выдаваться всем, и это будет уже как профессия, то есть который в последующем, по которой может работать уже человек, который окончил эти курсы. Так как вот мы сейчас работаем совместно с проектом «Архангел», да, который занимается подготовкой оператора БПЛА, и как бы непосредственно он, как правильно, подготавливает, да, и отправляет операторов на СВО. И также еще есть кружки, это уже для более молодых, да, это юный авиатор, дети, которые учатся управлять, также и собирать, так как это изначально же это была как компьютерная и детская игра, да. То есть для нашего региона это такой уникальный проект, потому что, насколько мне известно, вообще в целом в России немного таких центров, образовательных платформ, которые готовят специалистов, да, операторов БПЛА. Ну, обучать много где обучают, да, а вот прям полный курс от сборки и до там, окончательного, да, то есть полетов и с дипломом государственного образца, это будет первый. То есть это, получается, будет настоящая профессия? Да, да. Угу. Более того, данная профессия, она действительно, войны начинаются и заканчиваются. Первый топ-100 потенциально интересных профессий, в том числе для молодежи, оператор БПЛА входит, это достаточно высокооплачиваемая в дальнейшем специальность, при том, которая действительно не требует такого долгого обучения и настолько серьезных и глубоких профессиональных знаний, однако это востребованная профессия в гражданской сфере, и в дальнейшем те ребята, которые прошли НВП даже, там, грубо говоря, в части касающейся, они будут востребованы как гражданские специалисты. А вот сколько необходимо обучаться, чтобы уже освоить это направление работы? По часам, по методике, ты, Лене, подскажешь? От 70 часов и далее. Ну, то есть это достаточно такой емкий, быстрый процесс? Ну, не сказать, что он быстрый на самом деле. Здесь просто он разбит на разные направления. Все равно же нужно именно отрабатывать по частям обучения. И каждое направление занимает определенное количество времени, соответственно. Но насколько мне уже известно, это сначала идет теория, потом идет, да, практика в специальном учебном кабинете на компьютере, да, специальная, да, программа, и только потом это уже, так скажем, отработка всех полученных навыков на открытом поле, на пространстве, где мы уже, да, управляем непосредственно беспилотным летательным аппаратом. Правильно все я говорю? Да, совершенно верно. Изначально ученик должен, назовем его так, да, должен вообще понимать, чем он управляет, то есть это технические все характеристики, да, как это, из чего он состоит полностью. И в последующем попробовать сначала в компьютерном классе, где имитация тренажера стоят,
на которых он пробует летать, а в последующем уже это завершающий этап, это уже налеты на открытом воздухе. Ну вот мне нравится, вот, что вот ваша организация, да, то есть инструкторы, которые это преподают, они знают все изнутри. У вас даже есть специальный цех, где они все паяют, делают. Я знаю, что у вас даже разработаны свои первые, буквально там несколько назад, 3 беспилотных летательных аппарата, которые собрали ребята сами и протестировали уже, они работают и функционируют. Ну вот даже если в целиком о центре говорить, это все-таки эволюционные процессы, даже по преподавателям УДВП, по преподавателям инструкторов БПЛА, то есть, естественно, почему мы шли несколько дольше, потому что пока сами мы не занялись начальной военной подготовкой, например, да, мы не могли учесть огромное количество нюансов, которые вот благодаря инструкторам в процессе обучения детей, то есть очень тяжело заниматься любым процессом и обучать, если ты сам в него не погружен. Поэтому здесь также и по операторам, и у инструкторам БПЛА, то есть если люди знают предмет, от шурупа до уже летной части, то, конечно, им и преподавать легче, поскольку сами, когда они обучались, они с многими нюансами сталкиваются и могут слушателям уже донести то, что сделали своими руками, не оторванно от жизни. Поэтому здесь, да, мы как раз и идем к комплексному подходу и стараемся обучать профессионалов, которые действительно знают процесс от А до Я. Ну, вот я, насколько знаю, ваша организация несколько, да, отделов, мы поговорили только о небольшой части. Анастасия, вот расскажите в целом про вот отделы, которые мы еще не осветили. Ну, я бы все равно хотела отметить отдел специалист, как раз о котором мы в основном сейчас разговаривали, это подготовка преподавателей для нашего же центра. Да? То есть это принципиально важно, чтобы это были люди именно с боевым опытом, да? В том числе со специальной военной операцией, потому что, ну, как уже здесь отмечали не один раз, важно, чтобы человек был внутри системы, понимал, как все работает, и мог действительно донести информацию правильно до тех, кого впоследствии мы будем обучать. Это и дети, и, соответственно, педагоги. Этим всем занимается как раз специально у нас отдел, который называется «Специалист». Есть отдел «Рекрут». Он уже занимается именно подготовкой педагогов в учебные центры, школы, образовательные учреждения. Там как раз проходится полный от А до Я курс, и впоследствии выдается диплом, с помощью которого как раз уже можно подтвердить свою квалификацию и идти преподавать в учебное заведение. Также в этом же отделе, в принципе, любой желающий может пройти обучение по начальной военной подготовке. Можно, в принципе, на нашем сайте ознакомиться с этой информацией, записаться на любой курс, на любое направление, там подробно все описано об этом. Третий отдел, который Илья как раз затронул, это «Юный патриот», куда входят как раз и лагеря, и, соответственно, работа с детьми, школы, кадетские классы, юнармия, спортивные организации, в том числе работа с будущими призывниками, подготовка, да, и, в принципе, все, что касается по военно-учетным специальностям, да, в том числе с университетами, где есть военные кафедры. И четвертый отдел авиатора, о котором мы говорили, да, в принципе, тут уже все понятно, не будем повторяться, да. И, наверное, тоже один из самых таких важных отделов – это социальный, потому что мы действительно с самого начала, как организация появилась, очень много проводим социальных проектов. Это в том числе набор групп детей из неблагополучных семей, да, помогаем семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, военным, да, участникам специальной военной операции, в том числе помощь медицинская, психологическая, в трудоустройство. Помимо прочего, это сбор гуманитарной помощи, опять же, да, в зону боевых действий. То есть все, что касается социальной деятельности, помощи различным учреждениям. Есть шефство над школами-интернатами, взаимодействие с АПЦ. Такой достаточно объемный, широкий у нас спектр именно по социальной направленности. Сейчас ведем большую работу о том, чтобы наладить несколько округов, то есть города, которые располагаются относительно близко друг к другу, где мы договоримся с учебными центрами, но мы надеемся, что у нас в скором времени это все получится. И у нас будут функционировать 12-13 учебных округов, где, в принципе, дети как раз, да, и, в принципе, любые желающие из близлежащих
населенных пунктов смогут вместе объединяться и проходить вот эти вот курсы по начальной военной подготовке. Все это, соответственно, на наших сейчас благотворительных основах. Вот эти все знания, они уже собраны, как мы уже только начали говорить, да, в специальное методическое пособие. Вот расскажите, насколько долго оно подготавливалось, о вашем труде, так скажем, вашей организации? Ну, изначально была создана книга комплексной подготовки населения, это в которой затрагивались все, ну, это можно сказать, как общая пояснительная записка, да, по всему тому курсу, про который мы сейчас обсуждаем. Здесь раскрывались темы, но не полностью. На это у автора ушло, наверное, более уже, можно сказать, более 3 лет, так как была создана первая книга, нужно было понимать, что это стало актуальным, стали раскрывать те темы, которые были прописаны здесь, в последующем уже в методичке. Вот первая методичка, которая сейчас вышла, это методическая рекомендация по начальной военной подготовке для педагогов. То есть здесь уже полностью прописана вся расчесовка на каждую тему, каждый день занятия, то есть все полностью то, чему обучаются сами преподаватели, чему они в последующем будут обучать уже своих слушателей. Угу. У вас есть интересный девиз вашей организации. Вот расскажите о нем и вообще, вот как, что за лейтмотив, да, вот чем пропитана ваша организация, это, да, такая вот историческая нотка, без которой никак. Ну, как уже Кирилл Валерьевич отмечал, да, что у нас название «Наука побеждает», да, все в целом зародилось от прекрасного такого полководца Суворова. И, в принципе, девиз наш тоже, да, связан с ним. Это теория без практики мертва, да, а практика без теории слепа. То есть одно без другого не может никак сосуществовать. Все должно быть едино целым. И, в принципе, вот эта историческая личность, да, она во многом повлияла на наших коллег, да, на тех, кто создал эту прекрасную организацию. И я бы хотела отметить, наверное, еще то, что патриотическое воспитание, в принципе, невозможно без изучения истории. Поэтому как наши сотрудники хорошо знают историю и своих героев, героев каждой практически, да, войны, с которой сталкивалась наша могучая страна, всеми нами любимая, патриотическое воспитание не может быть без истории. Вот действительно. Поэтому всегда, особенно с молодежью, проводится работа и в этом направлении в том числе. То есть историческая справка, мы как на своем сайте, в социальных сетях периодически размещаем, да, информацию, точно так же и с детьми это всегда прорабатывается, проговаривается, потому что, в принципе, с помощью истории, помимо патриотического воспитания, можно привлечь еще и к этой специальности, да, военной, вот этой, к этой сложной работе, действительно мужественной, опасной, но достойной. И именно поэтому история является вот просто неотъемлемой частью. Кстати говоря, по поводу того, что раз затронули, да, эту тему про патриотическое воспитание и привлечение внимания к этой профессии, наш центр в том числе именно занимается подбором и помощью поступления в ведомственные учебные заведения. То есть это и МВД, и Росгвардия, и ФСБ. Если вдруг ваш ребенок, да, там, захотел пойти по стопам военного, ну, или любой другой силовой структуры, соответственно, можно к нам обратиться, где мы поможем и в подготовке, в том числе подскажем, какие экзамены сдавать, где можно пройти дополнительные курсы, самостоятельно подготовить к начальной как раз военной подготовке. То есть профориентация. Да, да. Все, соответственно, это осуществляет наша организация, и, естественно, пропаганду тоже мы ведем. То есть рассказываем вообще об особенностях работы в этих структурах, да, в том числе. Ваша организация работает вот с какого года? Это сколько? Непосредственно данная организация, о которой мы сейчас говорим, она работает, была открыта, зарегистрирована в прошлом году. То есть она... Хотя подготовительная работа велась уже далеко не первый год. Я говорю, начинали мы задолго до того. Это вот то есть... некая квинтэссенция. То есть вот за такой небольшой, короткий, да, промежуток времени уже сделано много.
Я почему и акцентировал внимание, то есть не на пустом месте, мы шли к этому не один день. То есть это уже, говорю, некая квинтэссенция, некий рубеж, но к которому предшествовала достаточно большая подготовительная работа, к этому тоже надо было прийти. Поэтому мы уже знали, что делать, для чего мы это организовываем. И это действительно уже на базе ни одного года работы с молодежью, ни одного года донесения информации. И многие вещи, которые мы вот сейчас, грубо говоря, обрамили в эту организацию, они уже вот были сделаны, они уже из земли, то есть они уже апробированы, сделаны, и здесь уже просто накопившийся определенный опыт, знания организационные, технические, они вот как раз вылились в создание данной организации. Ну вот расскажите вот о планах. Вот сейчас, да, вот около года вы официально существуете. Что дальше? Ну, о планах, наверное, очень тяжело в нынешний момент времени говорить. Объясню, потому что, во-первых, то, что мы наметили, то, что мы планируем это реализовать в жизни и реализовать те планы, которые мы с вами сегодня даже проговорили, это уже большая задача. А дальше сейчас, ну, жизнь достаточно динамичная во всех направлениях. Возможно, конечно, поступят новые задачи, новые реалии, на которые будем, соответственно, адекватным образом реагировать. Сегодня есть, да, много стереотипов и заблуждений в военной службе. Вот именно вы их, наверное, и разрушаете. Ну, по мере возможности. По мере возможности. Наша программа подходит к концу. Давайте подведем итог нашей беседы. Может быть, в конце нашего эфира хотели бы что-то подрезюмировать, сказать нашим телезрителям, может быть, напомнить или подчеркнуть. Вот у вас есть сейчас такая буквально уникальная возможность в течение нескольких минут это сделать. Ну, на самом деле, хотелось бы подытожить все тем, что любите свою родину, действительно, и будем все вместе стараться идти вперед к тому, чтобы наше подрастающее поколение воспитывалось действительно настоящими специалистами, чтобы получилось все у нас в будущем, и подготовить преподавателей в школу по вот этой прекрасной специальности, и что дети будут получать именно те знания, которые будут действительно настоящие, практические и достойные. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали о работе своей организации, о патриотическом воспитании наших современных детей. Это была программа «Тема дня». Я думаю, мы увидимся в ближайшее время. Спасибо вам большое за эфир. До свидания. Спасибо. До свидания. Всего доброго.